личная татуировка номер 18 6 мая 2022 года, уникальные рисунки тату и образы людей с улиц города. Здравствуйте, друзья! Это первый материал нашего эксклюзивного проекта от «Уличная татуировка номер 18 в 2022 году». Можно сказать, открытие сезона. И невзирая на обстановку и ситуацию, мы взяли фотоаппарат и вышли снимать для вас эксклюзивные и уникальные рисунки татуировки на улицах нашего города. Специально для того, чтобы вы смогли увидеть образы людей и татуировку, такой, какой она есть на самом деле, а не такой, как ее показывают в Инстаграме. Уличная татуировка. Зачем мы это делаем? Естественно, как сайт о татуировке, мы никогда не скажем вам, что татуировка – это плохо, и не сможем сказать ничего неодобрительного о таком современном искусстве. При этом, нам есть что сказать вам неодобрительного о современном маркетинге, рекламе и желании выдать картинку за действительность. Крупные сетевые салоны, как и многие частные мастера в своих социальных сетях и Инстаграме, вываливают ежедневно такое количество фотографий и видео с татуировками бомбического качества. От этих кадров текут в буквальном смысле слюнки. И это, наверное, очень даже ничего для того, кто понимает, что так выглядеть могут далеко не все татуировки, а те, которые могут, делают это только сразу после нанесения, да еще при должном освещении и умении это заснять. Да, татуировка – это красиво и круто, но настоящая татуировка на вашем теле будет чем-то другим, не таким сочным и ярким, но однозначно крутым. Нашей уличной татуировкой мы пытаемся показать людям то, как и татуировка и образ татуированного человека выглядит в реальной жизни, по-настоящему. Для этого выходим на улицу и фотографируем прекрасных жителей и гостей нашего города, которым есть чем похвастать в плане татуировки. Наша уличная татуировка будет полезна как для человека, который присматривает себе татуировку на будущее. Тут можно прикинуть рисунок татуировки под свой образ и прикид, да и мастерам может стать полезной, как для поиска идеи, так и для обнаружения возможных косяков и недочетов в чужих работах. Всем моделям спасибо за возможность посмотреть на такое количество прекрасных образов и татуировок, а дорогим читателям приятного ознакомления со свежей порцией уникальной татуировки с улиц города уже сезона 2022. Сезон открыт. Дальше все фото валом. Приятного просмотра и удачи. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. Изображения принадлежат их авторам, предоставлены в ознакомительных целях. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки. Сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Удачи вам!